попасть в просак, что нас застанут врасплох. Нет, внимание на экран! Высок риск, что девочки, девушки, женщины, женщины постарше превратятся в крови. Стоит нам допустить одну малейшую ошибку. И вы действительно думали, что к Международному женскому дню мужчины готовятся так? Да нет, конечно. Это все байки для маленьких мальчиков. На самом деле, мы вообще не готовимся. Сегодня, дорогие женщины, мы собрались здесь, чтобы поздравить вас с самым теплым и приятным весенним праздником. С Международным женским днем! Да, мы слегка опоздали, но это не значит... Но это не значит, что мы не будем исправляться, и мы начнем это делать прямо сейчас. А для вас поет Владимир Дроздов. Чем-то хорошим, словно вам, кем-то не слышно.
Что-то я не вижу улыбок на лицах. Походу, мы где-то промахнулись. Так потому что никому не нужны эти ваши костюмы, эти понты. Классика не выходит из моды. Фу, модники. Женщине нужен среднестатистический мужичок. Работящий, с хорошим чувством юмора, с большим, так сказать, достатком. С кредитом, с циррозом. Зато свой. Саня Брезгин, жди! Нашу спокойненько.
останемся на месте. Женщины любят что? Мужчин уважаемых, состоятельных, авторитетных. Ни слова больше, я знаю уважаемых людей. Мы приглашаем на сцену секретаря Тавдинского местного всероссийского политической партии «Единая Россия», извините, главу Тавдинского городского округа Валентина Миронова и председателя Думы Тавдинского городского округа Дмитрия Нохрина. А вы, ребята, освободите сцену пока. Добрый день, уважаемые наши красавицы, женщины, дамы, девочки, дочери, бабушки, мамы. Мы действительно вас любим, ценим, уважаем, обожаем. Вы наши вдохновительницы. Вы те, что даете нам жизнь. Мы не мыслим сегодня жизни без вас. Все те подвиги, которые совершаем, мы совершаем только ради вас и для вас, чтобы для вас все было хорошо. И даже сегодняшний день, несмотря на то, что 8 марта уже прошел, а праздник для вас все еще продолжается, мы вас будем поздравлять весь оставшийся год. Поэтому с праздником вас, дорогие! Сегодня вы, красавицы, во многих отраслях, во многих профессиях доказали, что вы, женщины, в некоторых моментах даже сильнее мужчин. Ну, четко могу сказать, что вы гораздо терпеливее, чем мы. Поэтому вам огромное за это спасибо. А мы сегодня будем стараться вместе с мужчинами концерт это делать для вас, чтобы вы радовались, улыбались, были счастливы и дарили нам свою любовь. А мы будем вам дарить ее обратно. Еще раз праздник. Добрый вечер, дорогие женщины. Да, как уже отметил глава, то есть 3 дня выходных было, да, еще неделю сейчас, еще праздник затянули. Сейчас научимся на следующий год, ведь на месяц затянем. Будем вас поздравлять, поздравлять и поздравлять. Действительно, вот этот праздник, 8 марта, наверное, каждый его помнит с самого-самого раннего детства. Потому что поздравить маму, да, нарисовать рисунок, потом что-то большее, большее, большее. И вот он действительно очень трогательный. И каждый человек, я думаю, проносит его в своем сердце всю жизнь. Потому что самое дорогое, вот, что у нас есть, это вы, наши женщины. Мы вас очень любим, очень ценим, очень уважаем. Все, что в мужчине есть, самого такого мужского, самого достойного, это все именно благодаря вам. Это все для вас. Поэтому с праздником, крепкого здоровья, улыбайтесь. И всего-всего самого наилучшего. Спасибо вам за теплые, такие нужные в этот день слова. А для вас, дорогие дамы, поет Виктор Миронов под ваши бурные аплодисменты. Ворот нараспашку, вышел теплый вечер, погулять в лугах. Там, где ты сорочи, где на мокрой башне, зори словно свечи, воды реки берега. А на белых храмах звезды коромысла, месяц золотые, вода не краса.
мне поют все вместе лба, что и любовь переплыла, да и никто не горел калибус. Чтобы сорочки упорно распашку, чтобы вечер покоя в лугах, телеграммы срочные, тайты приточные, что ты вернешься, ты мне дорога. Телеграммы срочные, тайты приточные, что ты вернешься, ты мне дорога. Ну, можно сказать, барышня, вы свет моих очей. Так, стоп, у нас тут что, филологические курсы или что, я понять не могу. Сказали, тетеньки, вы супер, и погнали. Так ты неправильно сказал, надо так, тетеньки, вы супер, а потом уже погнали. Так, понял, я не понял. Мне кажется, в этом вопросе нам нужно мнение эксперта. Андрей, что ли? Андрей! Нам нужен Андрей! 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 Девчонки, вы самые классные. Обычный серый питерский вечер, я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как мой второй знакомый с ней даже, помню, чей-то был тогда день рождения. И мне кажется, зовут ее Даша, то ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла, по зеленым банан, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Там что-то я ей пел про ресницы, ушко ей шептал привидение. Только вдруг она взлетела, как птица, то ли девочка, а то ли видение. И смотрел я в небо звездное долго, и на завтра был больной целый день. Я искал ее, да только без толку, то ли девочку, а то ли видение.
Она прошла как каравелла по зеленым волнам, прохладным людям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла как каравелла по волнам, прохладным людям после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я желаю тебе и тихо, и складно, и порою обходя заведение. Я ищу в толпе глаза ее жадно, то ли девочки, а то ли видение. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, и пусть мне приснится, то ли девочка, а то ли видение. Она прошла как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Ночью посмотреть, не оглянулся ли я, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Давайте попробуем другую схему. Все женщины, девушки, без исключения, любят плохих парней. Смеются. Они никогда не признаются. Но на самом деле заглядываются, мы же знаем. Да? Да? Ну, например, я могу совершить достаточно плохой поступок. Ну, расстегнуть пиджак. Чё, пузико поджало? Так, алё, бойцы, тихо, все, разошлись. У нас хулиганов там хватает и за кулисами. Александр Кручин покажет вам сейчас. Класс! Oh.
Женщины созданы для любви. Женщины созданы для чувств. Если в жизни мужчины есть женщина, он поет. И на душе у него вечная весна. Встречайте, Андрей Матыков! Я только женщин слышу почему-то. Я думаю, наверняка помните, да. Вот и Ярослав Кожевников тоже. У него есть школьная любовь. Да такая, что он хочет посвятить ей песню. Встречайте! Молитву, о-о-о, стучит головой, залетает то, такая ты грустинка, но ты кабинка,
Я считаю так. Женщины любят состоятельных мужчин. Особенно мужчин с машиной. Ну, не знаю, я вот когда на своей ласточке по улице такой... Любой красотке такой... Поехали со мной. Спешу тебя разочаровать, Максим. Ну, АК — это не машина. Да ну вас, Ваня. АК, между прочим, это фундамент нашего автопрома. Чего не понимаете? Ну, дабы не ссориться, давайте спросим у наших зрительниц. Какая машина сейчас считается престижной? Какая? Ноги. Воль? Ноги. Ноги — это хорошая машина, всю жизнь возят. Но не все. Бесплатно зато. Еще есть варианты? Мерседес. Так, это уже представительная машина. Какая еще? Запорожец. Престиж. Это уже раритет. А знаете, есть такая машина без крыши, как она называется? Кабриолет. Кабриолет, да. А есть еще машина, вот как кабриолет похожа, только как, на как дела похожа. Кадиллак, да, точно. Именно о такой машине, ездя по городу на АКЕ, мечтает Максим Захаренко. Встречайте. Бесконечно вас любить, но мы всегда понимали,
что женщина — это загадка. И как бы мы ни пытались ее разгадать, мы всегда где-то около. И мы прекрасно понимаем, что лучше всех женщину поймет только другая женщина. Поэтому для вас поет Алевтина Береснева. Ночами, все это было не раз, и, к сожалению, все повторится, я только время поменяю и лица, зеленый цвет я не поменяю. А я узнала интересный момент, что и вокруг, и мотив сыновей, курили таба табаку, употребляя оценки, кое-что встать и тоже могли. Курили таба табаку, употребляя оценки, кое-что встать и тоже могли. Без остатков. Все лучшее, что в тебе есть. Так, ладно, пошли, это уже что-то на шекспировском. Это что-то сложное. Вот сейчас на эту сцену выйдет настоящий романтик до глубины души. Встречайте, Андрей Барыгин. Не разлуки, но он смог.
отдохнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой Сплин. В привычной суматохе дней все выглядит иначе, когда невольно поживешь один. Согласен, на другое у нас ни бюджета, ни финансов не хватит. Так, нет, давайте так. Я сейчас пару звонков сделаю, и там уже мы будем как-то определяться. Отлично. Да, хорошо. Пойдет? Все, я пошел звонить. Я тоже пошел. Вот прохиндей. А у меня всегда есть джокер в рукаве. И вновь для вас, дамы, на сцене Виктор Миронов. По часам, по минутам, в этом мире, как всегда, не хватает чудес. Но в круговороте дней
дела, и не всегда как по нотам. Ты по взгляду и без слов все, конечно, пойдешь. Пусть готовит нам судьба и падения, и взлеты. Знаю точно, ты со мной и всегда меня ждешь. А ты для меня одна, только одна. Ты такая самая нежная. Снова тебе повторю, а ты для меня одна. Ты не нужна мне другая, и не нужна мне другая, только тебя я люблю. А ты для меня одна, ты не нужна мне другая, и не нужна мне другая, только тебя я люблю.
Не расслабляемся и продолжаем танцевать. На сцене Александр Кручинин. Встречайте! И если она до сих пор не устроена, ее осуждают, и каждая версия имеет своих безусловных сторонников. Ей с самого детства, вскормленной не баснями, остаться одной, а значит бессильной. Немного страшнее, немного опаснее, чем если бы она не считалась красивой. Пусть вдоволь листают романы прошедшие, пусть бредят дурнушки заезжими принцами, а в редкой профессии сказочной женщины есть навыки, тайны и строгие принципы. Идет она молча по улице трепетной, сидит как на троне с друзьями заклятыми, приходится жить ежедневно расстрелянной, намеками, слухами, вздохами, взглядами. Подругам она улыбается весело, подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина – это профессия, а все остальное – сплошное любительство. Я
Всего вам доброго и до новых встреч! До свидания!